Предпоследний матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор», который реализуется в Московской области по инициативе и поддержке губернатора Андрея Воробьева, обещал быть захватывающим. Команда жителей округа была настроена решительно. Понятно, что мы играем с такими легендами высочайшего уровня. И, конечно, задача есть сыграть хотя бы в ничью. Вот. Но амбиции никто не отменял. Да. Постараемся, конечно, выиграть. Мы всегда нацелены на победу, но в хоккее бывают разные ситуации. Можно проиграть, можно выиграть. Главное – сделать максимум. Соперники легендарные. Это очень здорово, когда получается встретиться с ними на одной площадке. Капитаном команды жителей стал глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Он отметил, серия таких игр позволяет подрастающему поколению попробовать свои силы в игре с чемпионами. У нас же команда состоит из трех частей. Пятерка жителей, пятерка детей и пятерка администрации нашего города. Поэтому я уверен, что на детей у нас вся надежда, они точно победят. У юных хоккеистов действительно большое будущее. Перед основным матчем на лед вышел двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков и провел мастер-класс для начинающих спортсменов. Семилетний Артем Пашко показал внушительные результаты, забросив за время тренировки 4 шайбы в ворота противника. Какая у тебя мечта? Мечта стать легендой хоккея. Перед матчем со вступительным словом к собравшимся обратился министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности команде «Легенды». Практически каждый выходной приезжают в городские округа Московской области и проводят такие вот матчи с жителями. Будем продолжать ездить, будем продолжать открывать новые площадки и устраивать на них подобные праздничные матчи. За сборную команды «Легенд хоккея» выступили олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Образцовая команда вышла на лед не с целью одержать победу, а чтобы получить удовольствие от любимой игры и показать красивый хоккей для болельщиков. Это и возможность вспомнить те времена, когда мы играли. С нами всегда участвуют мальчишки, местные жители. Голова сегодня выкатился играть. Так что праздник спорта особо в новых микрорайонах он приобретает особый смысл. Школа, спорт, дети, хорошая погода, праздник. Продолжаем праздновать 8 марта. Девушки, будьте счастливы все. Этот матч посвящается как раз нашим любимым женщинам. Нет такой задачи, во что бы то ни стало выиграть. Самое главное – встреча с болельщиками, с жителями городов. Самое главное, что мы все радуемся хоккею, радуемся встрече. Ленинский район – один из таких спортивных самых районов. И самое главное, что есть каток, куда можно прийти с семьей, покататься, провести вместе время. Ну, на самом деле большой праздник, очень интересно, такая программа интересная у губернатора. Праздник для жителей. За матчем «Легенд» следили более 3000 болельщиков. Атмосфера праздника спорта никого не оставила равнодушным. Яркая игра, такая же, как и погода. Смотреть приятно. У меня сын там сейчас играет на воротах. За кого болеете? Я за победу. За нашу победу. Матч окончился победой звезд мирового спорта со счетом 9-5. Инициатива проведения игр «Легенд хоккея» с командой жителей активно поддерживается и будет продолжена. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.